люди, от звонка до звонка, и вроде всем по жизни доволен. А кто-то как художник свободен, но мало чем отличается от того, кто работает на заводе. Потому что все мы зависим от денег, так или иначе. Кто-то просто хочет есть, а кто-то квартиру, машину, дачу, пароход. А я хочу ни много ни мало все деньги мира положить в свои карманы. Все деньги мира станут моими, все деньги мира станут моими, все деньги мира. Все деньги мира перекрашу в свои цвета. Буду покупать звезды, острова, города. Все президенты будут готовы целовать песок, по которому я ходила. А я велю им издать закон, отменяющий государственный аппарат. Можно быть какой угодно сволочью, истеричкой и тварью. Какая разница, если все деньги мира у тебя в кармане? Все деньги мира станут моими. Все деньги мира станут моими. Все деньги мира станут моими. Все деньги мира. Гриша любит грушу. Мы приехали из Москвы, и наши первые гастроли это. Спасибо вам, что тепло принимаете. Сейчас мы пройдем через небольшое путешествие. Это путешествие «Наша жизнь». Сразу предупреждаю, у нас очень много, на самом деле, таких московских тем, но специально к этому приезду мы готовились и даже адаптировали тексты. Например, у нас очень часто упоминается МКАД. Но я знаю, что у вас КАД, правильно? Соответственно, вот будем считать, что это не МКАД, а КАД. И петь я тоже буду про КАД. Ну что, поехали. Следующая наша история достаточно универсальная и про любовь. Наблюдая за друзьями, обратили внимание, что как только люди начинают делать ремонт, они почему-то расстаются. Ну, в общем, непонятно, побеждает бытовуха или что-то еще, но... Сейчас мы попробуем об этом спеть. Музыка.
слушать не сверло. С 8 до 10 ты меня живешь на зло, а я боюсь уйти. Обои плинтуса, опять каширский двор, пусты твои глаза и пусть наш разговор. Когда на кухне пусто, светлее горизонт, изношенные чувства, пора просто за ремонт. Когда ночами грустно, унылый натюрморт, изношенные чувства, пора просто за ремонт. Давно решить пора, но утром встав так рано, мы выбираем кран, мы покупаем ванную. Не смешать потерь, в моих боях без правил, за мной захлопни дверь, что я недавно ставил. Когда на кухне пусто, унылый натюрморт, изношенные чувства, пора просто за ремонт. Когда ночами грустно, светлее горизонт, изношенные чувства, пора просто за ремонт. Не пусто, унылый натюрморт, изношенные чувства, пора браться за ремонт. Когда ночами грустно, светлее горизонт, изношенные чувства, пора заканчивать ремонт. Спасибо, подходите поближе. Ну, мы постараемся не укусить. Можно на шаг ближе после каждой песни, и тогда, после 8 песен, я надеюсь, вы окажетесь здесь. Поехали дальше. А у вас есть желтые маршрутки? Газели такие? Конечно. Круто, круто, круто. Тогда вы должны сейчас узнать. Узнать немножко тоже. Вот. Тоже трогательная история. Солнце в залитой долине, где по слонам пасутся стада, и зимы нет в помине. Но судьба позвала меня жить за собой большой город. Вместо шума деревьев я слышу вокруг шум мотора. Позабыв слон родной и родных виноградников селень, работать водителем желтой маршрутной газели. Ах, маршрутка моя, ты поверь, мы живем не напрасно. Если будешь со мной через год, заменю тебе масло. Не обречи, не фырчи, не стучи, все совсем не ужасно. Нам бы только успеть проскочить перекресток на красный. Обгоняя машины, лавирую в трафике ловко. Просьба громко и четко назвать мне свою остановку. Как последний романтик, маршрутное счастье я верю. Очень счастлив, когда пассажиры не хлопают дверью. Из колонок в окно на всю
громкость играет шансончик. Я не просто шофер, я почти что совсем автогонщик. Ах, маршрутка моя, ты поверь, мы живем не напрасно. Если будешь со мной через год, заменю тебе масло. Не бренчи, не фырчи, не стучи, все совсем не ужасно. Все, что ждет впереди, лишь шлагбаум маршрутного рая. Вместо низких московских холмов настоящие горы. Я лечу по долине, не думая сбрасывать скорость. А по слонам стада и погонщик на лошади скачет. Ах, маршрутка моя, ты поверь, мы живем не напрасно. Если будешь со мной через год, заменю тебе масло. Не бренчи, не фырчи, не стучи, все совсем не ужасно. Нам бы только успеть проскочить перекресток на красный. Меня хорошо слышно? Круто. Ладно. Ну что, едем дальше? Thank you.
никто не зовет на свидание. Катя, обновляй страницу, ну должен же хоть кто появиться. Катя находит занятия, танцует в ночнушке в кровати. Возьми телефон. Окроплен перед сном холодильник, поставлен на утро будильник. Катя отправляется спать от множества подобных кат. Следующая песня, она с нашего будущего альбома, который выйдет вот-вот, но мы пока еще даже не знаем, как называется. Надеюсь, что тема вам тоже знакома, и мы называем ее «Песня о счастье». Вот. Мега-мега-мега-шан!
Икея мегаша на горизонте маячит, рвется моя душа. Икея мегаша, не захожу и смотрю, и не могу дышать. Икея мегаша, икея мега, мега. Икея мега, мега. Икея мега, мега, мега. Спасибо. Надеюсь, мы заинтересовали, и вы тоже, как и мы, ждете наш новый альбом. Спасибо. Следующая песня у нас, да, самая сложная. Она про любовь, но я даже не знаю, шаурма все-таки или шаверма, как? Или шаварма? Шаверма, да? Ну, я попробую. На самом деле не совсем получится в рифму, но правда, сделаю все, что от меня все, что от меня зависит. Из армейки домой и назначил ей встречу у ларька с шавермой. Она воскликнула: зая, я скучала по тебе одному. Он ответил: не знаю. Начиная есть шаурму, но она смогла только еле слышно сказать: моих слов тебе мало, доверяешь тогда ты кому? И слезинка упала на начатую ей шаурму. Thank you.
Спасибо, спасибо, спасибо. Вы очень теплая публика, и спасибо, что решили провести с нами свой пятничный вечер, потому что пятница — это такой день, когда столько всего. Да-да-да-да-да. Ну, спасибо, что пришли послушать нашу музыку. И сейчас мы вам споем про альтернативный вариант досуга. Вот вы пришли сюда на рок-концерт, бардкор-концерт. А вот некоторые люди делают по-другому. Вот сейчас мы расскажем, как. Офисный планктон, в клубы все стекаются, скинуть депрессивный фон, вот настоящий успех. Но у меня есть свой рецепт, еду я с гитаркой за спиной, в лес подальше ото всех, круглый год и даже зимой. КСП, КСП, вот мой ответ бездушной толпе. За то, что я в КСП. Все сидят мои друзья в шапках и с гитаркой у костра. С ними рядом сяду я, и песня льется до утра. Вот настоящий отрыв! Об этом можно только мечтать, и это очень просто понять. Почувствовать душевный порыв и только так всегда отдыхать. КСП, КСП, вот мой ответ бездушной толпе. КСП, КСП, я очень благодарен себе за то, что я в КСП. За то, что я в КСП. Поплясали, классные мы вообще. Продолжаем в том же духе, не расслабляемся. Давайте сейчас будет песня, которая заставит вас сделать еще один шаг навстречу. Так, да, играем. Я знаю маршрут и давно за рулем. Навигатор со мной. И днем по сестрам на 206 домой с полным правом. Через 10 метров поверните направо. Ужин, дом и семья ожидают меня, но порой приходится планы менять. Толкаясь, чтоб моя голова не болела. Через 200 метров поверните налево. Я боюсь не найти, ошибиться в пути. Поворотов по жизни так много.
города. Навигатор покажет дорогу. Вот и срано везти, и как ни крути, но по пробкам еще два часа мне ползти. И давно бы свернуть, но твердит он упрямо, эти 200 метров в движении прямо. Или допоздна мы сидим, подождем в темноте, возвращаюсь один. На исходе все силы, устали глаза. Через 200 метров вернитесь назад. Я боюсь не найти, ошибиться в пути. Поворотов по жизни так много. Выход здесь есть всегда, но больших городах. Поворотов по жизни так много. Выход есть всегда, но больших городов навигатор покажет дорогу. Я боюсь не найти, ошибиться в пути. Поворотов по жизни так много. Всегда, но больших городах навигатор покажет дорогу. Танцуете? Класс, класс, класс. Молодцы, Питер, спасибо. Блин, да, вот сейчас вы только растанцевались, а у нас по программе идет медленная песня, но, пожалуй, давайте с нее мы начнем второе отделение, и сейчас, сейчас попляшем еще. Энергетическая песня, объединяющая народы, нации, города, поселки городского типа, деревни, электрички из Москвы до Питера на электричках. Давайте, поехали. Россию. Ну да, за нее. Да и за ближнее зарубежье. Это Ягуар, да, ребят, вы правильно поняли. Да, начинайте, начинайте. Ну, блин, вот. Не-не-не-не-не-не-не, Медлячок потом. Вы когда уже по парам разобьетесь. С утра в электричке. Выпив ягоч, ощущаешь прилив бодрости и сил. Энергетика с алкоголем, энергия и драйв. Солнце ярче света, для девчонки все твои. На платформу выйди, загляни в киоск. Один ягоч круто, но лучше выпить два. Чтоб залить желудок доброго тепла. Ягоч это круче, чем трофи фейхуа. Мы любим ягуар.
сказала, я генет. Улыбнись и банку из кармана протяни. И скорей на танцы ее с собой зови. Утром мы проснулись, ягуар с тобой. Банку недопитую в кулачке сожми. Много приключений будет впереди. Ягоч, это самый лучший в мире друг. Ягоч превращается в Red Bull. Она едет с алкоголем, энергией, драйв. Солнце ярче света, где девчонки все твои. На платформу выйти, загляни в киоск. Один ягоч круто, но лучше выпить два. Чтоб залить желудок доброго тепла. Ягоч — это круче, чем трофи, пей хо. Мы закончили, и сейчас хочу пригласить на сцену нашего друга, поэта московского, аморала, известного в определенных кругах своими свободолюбивыми стихами. Это Арсений Арс Пегас. Арс, вот, можешь либо в руках микрофон держать, либо вот здесь. Тогда придется тебе быть за клавишами. Ничего страшного. Можно подыгрывать себе. Круто, это мое первое выступление за клавишами. Нет, я не буду выливать это на клавиши. Это мне не по карману. Это не ягуар. Да, Митя будет меня поддерживать морально. Да. Выпита вся вода из-под кранов, и давно украден весь газ. Вы знаете, по паспорту я Арсений Молчанов. По духу, конечно же, Арс Пегас. Радостно видеть ваши лица в этой сладостной полутьме. Мне не хватает только напиться. Это я, впрочем, держу в уме. Пусть-ка скачут курсы валюты, пусть с экранов несут дребедень. Я все равно скажу доброе
утро, я все равно скажу «добрый день». Кошки продолжат резвиться с мышками. Даже в кризис рождаются мышки. Мы не имеем проблем с излишками, потому что не знаем, что такое излишки. Серые волки тусуют с овечками. Веселый мангуст обнимается с коброй. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Пусть он действительно будет добрым! Ура! На самом деле, эта поездка получилась абсолютно спонтанной. Спасибо группе «Гриша любит грушу». Сегодня мы выяснили, оказывается, что их первое выступление историческое состоялось на Литпоне. У меня на Литпоне Арса Бегаса. На Литпоне номер 47. Дату сейчас не вспомню, но это был февраль 11 года. Могли ли мы подумать, что первое выступление этой группы в Питере тоже пройдет вместе со мной? Это приятно. Давайте поаплодируем группе «Гриша любит грушу», потому что сегодня они меня сюда привезли. Ура! Продолжаем угорать. Меня во сне приходит бить Есенин, Бродский, Маяковский, Губанов, Тютчев, Пастернак, Рождественский, Вознесенский. И Пушкин въехал мне под дых, и Лермонтов занес топор. И так бы завершился стих, но Фет вмешался в разговор. Он всех позвал с собой в кабак, где вместе пили до рассвета. Пусть раньше я не делал так, теперь читаю только Фета. Стихотворение для бара, по которому можно отслеживать стремительный рост инфляции в нашей стране. Написано оно в 2000... Не дайте соврать, да, в 2008 году. Не вру? Да, в 2008. 1204 рубля, и я жду у метро тебя, радость моя. Эти деньги я получил за статью, пусть я в ней не писал, что тебя люблю. Мы все деньги сегодня с тобою пропьем. Это будет текила, коньяк или ром. И я причалил напротив кафе кабаков, и сегодня девиз мой, родная, таков: я счастливый, влюбленный капитан корабля. 1204 рубля. Не надо задуматься о клавишах. Классный звук. Слушай, что у нас Дорс тут потихонечку начинается, да? Второе стихотворение о некоторой сумме, превышающей сумму предыдущего стихотворения. Я ехал в метро Забылиной, со мною в одном вагоне. И ехала девушка милая, я назвал про себя ее Соней. О, милая девушка Соня! Глаза ее были заспаны на метрополитеновском фоне. Она была просто прекрасной. Я ей прокричал в жутком гамме, перекрикивая шумный вагон: позвольте познакомиться с вами, я вами просто пленен. И был мне ответ очень короток, ответ, разделяющий нас: чувак, я стою недорого, всего лишь 2000 в час. Еще. Я просто смотрю на время. Можно? Спасибо. Проверяйте мои документы, товарищ милиционер! Толкайте, товарищ агитатор, свою речь! Но все равно от влияния высших сфер вам меня никак не уберечь. Товарищ президент, подводите итоги. Говорите, что доходы возросли на треть. Это не помешает мне подумать о Боге. Мне все равно захочется петь. Товарищ фашист, кидайте свои зиги. Товарищ военный, призывайте к войне. Я все равно буду читать книги. И вы не помешайте мне. Вперед, товарищи! И я вам верю! Идите к цели упорно и смело. Вы доберетесь до меня, но, по крайней мере, я тоже сделаю свое дело. Спасибо. И видел вчера на Ютубе, как кошка ласкает котят. Весна, все кого-нибудь любят. Весна, все кого-то хотят.
И в понедельник, и в среду забита пробками МКАД. Весна, все куда-нибудь едут. Весна, все куда-то спешат. Крепнет народное братство, границам войска стекают. Весна, все кого-то боятся. Весна, все кого-то пугают. В потоках войн, операций, болезней, житейских проблем. Весной все куда-то стремятся. Вот только куда и зачем? Через 2,5 часа весна, ребята. Мы пережили эту грёбаную зиму. Ну и, собственно, Масленица тоже грядет, поэтому стихотворение про блины. Едва пройдясь по утренней росе, я зашел в торговый центр XL. Он находится на Дмитровском шоссе. Я не раз и не два там славно ел. Я взял себе один блинчик с сыром. И уж не знаю, как получилось так, но вилка была в левой руке перед пиром. В общем, ел блин, как полный мудак. Напротив за столиком сидел мужчина и некоторое время хмурил свой лоб. Он подсел ко мне и спросил меня чинно: «Вы левша?» Я ответил: «Я долбоеб». «Черт побери! Что же тут началось?» Он поменялся в лице. Честно говоря, наверное, так же ведет себя лось, когда встречает охотника без ружья. Он яростно нес какую-то полную чушь. Задавал мне вопрос за вопросом. Был ли у Татьяны Лариной второй муж? Можно ли отравиться медным купоросом? Что после гибели Икара думал Дедал? Смотрел я фильмы Дэвида Линча? Я молча его слушал и жадно поедал жирный и сыром заплывший блинчик. Всем хорошей масленицы. Жирный, блинистый, маслянистый. Как наша Олимпиада в Сочи. И вывезти оттуда золото. Говорю, вывезти оттуда золото. Так, что там дальше у нас по плану? А, три гвоздя в гроб современной поэзии, конечно же. Как же без этого? Гвоздь номер один. Моя любовь подобна ночному метрополитену. Моя любовь подобна связке сухарей. Моя любовь подобна Питеру Пену. Моя любовь употребляет ямпы хорей. Моя любовь постоянно то смеется, то плачет. Моя любовь и сперматозоид, и яйцеклетка. Ты спросишь меня, что это за чушь собачья? Это современная поэзия, детка. Знаки препинания у меня не в чести. Запятые точки я ставлю редко. За этот слог ты меня прости. Это современная поэзия, детка. Глагольные рифмы ласкают слух. Как горло, первая сигаретка. Три стихотворения лучше двух. Это современная поэзия, детка. Я издаюсь во ВКонтакте, в Фейсбук. Трепещи, всемирная сетка. Правописание я видел в гробу. Это современная поэзия, детка. Мне мама сказала, что я поэт. Но похмел одолжила соседка. В общем, друзья, сомнений нет. Это современная поэзия, детка. Гвоздь номер три. Современная поэзия по скриптум. Я смотрю на экран своего айфона, как книгу мертвых или в псалтырь. И я получал тумаки от ОМОНа, но меня не ссылали в Сибирь. Не расстреляют меня за это, не распнут, не посадят в зиндан. Но все-таки дар наглеца и поэта мне не напрасно когда-то был дан. Я никогда не входил в майданок, я на Голгофе не зависал, Беломорканал не рыл с позаранок, и Бабий Яр меня миновал. Там, где поэтический общепит, где бьется к чертям любая разметка, стоит мальчонка в очках и вопит. Это современная поэзия, детка, но ты мальчонку того не брони. Пущай вопит, молодое дело, не переорешь, все равно гранит. Не залатаешь пробитое тело. Я свято верю в сансары трюк. И пускай через много лет будет со сцены орать мой внук. Это современная поэзия, дед! Спасибо, друзья. Ну что же, был у нас в нашей отечественной культуре такой деятель
по имени, точнее, псевдонимом Козьма Прутков. Так вот, у него было обращение к юноше, он сказал: «Юноша, если у тебя есть фонтан, заткни его, пожалуйста». Поэтому я часто обращаюсь к этому тезису во время своих выступлений, тем более, если это происходит не на моем сольном концерте, а когда я специальный гость у моих многоуважаемых друзей под названием «Гриша любит грушу». Поэтому три завершающих стихотворения на сегодня от меня в клубе. Он очень сложно произносится. Я дурак, по-английски говорю плохо. Поэтому скажу, что это клуб «Фишка». Так вроде бы тоже можно. Итак, три стихотворения от Арса Пегаса в клубе «Фишка» сегодня. Последний день зимы 2014 года. Так, два я уже придумал. Ну, не сейчас придумал, какие читать. А вот третье, что прочитать? Митя, что прочитать? А, «Выхино»? Какое? Про Олимпиаду у меня тоже было, я так хорошо, плюс один, еще одно. Это стихотворение было написано в октябре 2011 года, сразу же после выборов в Государственную Думу, еще до волны всех этих протестных митингов. Потом «Выхино» и два последних, да. Оппозиция громко трещит трещоткой, оппозиция не хочет сидеть за решеткой, оппозиция травится дурью и водкой. Госбезопасность в экстазе весь российский народ. Выбор сделан вчера, вперед, тандем подобен двум пальцам в рот. Скорее несите тазик, если вы не забыли тень, который отбросил вчерашний день. Смело берите свой бюллетень, ставьте правильный росчерк, и Россия, видать, встанет с колен. Обнимет русского крепко чечен и выиграет сборная КВН Олимпиаду в Сочи. Заявка басиста группы «Гриша любит грушу». Простите уж про Москву, да. На московской станции Выхино я ждал электричку до Люберец. Мне открылась простая истина. Вы поймете меня, если любите. Ты звать меня можешь Иудою, ты звать меня можешь Брутом, но я все равно любить тебя буду, проезжая все те же маршруты. И в толкучке лихих электричек мельтешенье портфелей сумиш алкоголиков, алкоголичек. Что же новый ты день не сулишь? Вот я вновь наблюдаю, как в орды разношерстно истекается люд, как разгадывают люди кроссворды, как кидают бычки и плюют. Я разгаданное слово кроссворда, и я неразгаданное слово тоже. Я каждая разбитая морда, я каждая пропитая рожа. Я хмурый паренек кепки рибок, я исписанная матом стена. Я бычок среди прочих бычков рыбок в аквариуме железнодорожного полотна. Я голый плавящий кусочек хлеба, который я ветер краду у него. Я солнечное майское небо, я все вокруг, все, кроме себя самого. Стоп. Я все же Арс Пегас. Пора прекратить эти жуткие переклички. Гнать их прочь из своей головы. Но как еще скрасишь ожидания электрички и то, что ты не со мной? Увы. Мой дебют на клавишах. Я прекрасен. Так, привет, последнее стихотворение. Вы еще не устали? Хорошо, тогда действительно предпоследнее. Супер, спасибо вам за ваше терпение, уши, души и прочие части тела. Никотин не курю. Поэзия не грязь на одеяле и не сплетение юных потных тел. Поэзия, когда тебе не дали того, чего действительно хотел. Любви, богатства, понимания, славы. Ты заперт в одиночество, вольер. Поэзия, что твой язык шершавый, качелем примерзавший в январе. Поэзия не терпит отлагательств, заснешь и конец их небытие. Поэзия сильнее всех ругательств, когда ведут беседы о тебе. Поэзия расставит всех по полкам. И будут счастливы и гений простак. Идет в саду поэзии прополка. Я самый крупный назойливый сорняк. Пусть вырвут с корнем гулкого поэта, но он успеет бросить семена. И знайте, на обломках интернета светиться будут наши имена. Ну и что же, перед тем, как начнется
Второй сет результаты столичной команды под названием «Гриша любит грушу». Я прошу завершающее стихотворение сегодняшнего вечера от Арса Бегаса в клубе «Фишка» 28 февраля, последний день зимы 2014 года. В следующий раз должна быть какая-то зацепка. Бог создал встречу в социальной сети под названием «Страшный суд». Разослал приглашение миллиардам шести. Архангелы всех вас ждут. Указал дату, место, свободный вход. Ну, в общем, все по уму. Бог сидит за ноутбуком и ответов ждет. И ответы приходят к нему. Во встречу за день вступил миллиард! И первый ответ звучит так. Уважаемый Бог, я бы очень был рад, но у меня простудился хомяк. Бог закуривает первую и глядит в монитор. Поправляет его рукой. Он, может быть, и хочет завести разговор, но тут видит ответ второй. Круто на страшном суде погулять бы, милый боженька, чмавки. Но я буду лучшей подруги на свадьбе. Хочешь, пришлю тебе справки. Уж так получилось, что сайт Бога нет популярнее, чем сайт Бог.ком. За вторым ответом приходит третий ответ. Ответы превращаются в ком. Бог, дорогой, я пишу диплом, заканчиваю скоро лид. Да к тому же друзья заходили с бухлом, голова до сих пор болит. Бог, дружище, на работе оврал. Без меня же ты справишься ловко. А после работы мне на вокзал, снова командировка. На проезд нет денег, потерял студак, не хватает даже на презервативы. Бог, дико прости, но вы никак, ведь прощать твоя прерогатива. Бог, у бабушки юбилей, уже второй раз в году. Бог, я из садика забираю детей, Бог, я угораю в аду. Ангел протирает крыльями стол, Бог закусил у дела. На страшный суд никто не пришел. У всех другие дела. Спасибо, друзья. Думайте своей головой. Не смотрите телевизор, не верьте политикам и любите. Это был Арс Пегас. До новых встреч. Встречаем группу «Гриша любит грушу». Спасибо, друзья. Спасибо, Арсений. Он, к сожалению, торопится в Москву, не останется с нами. Ну да, после не останется с нами отмечать первую гастроль. А я хотела начать второе отделение, тоже стихотворение, но вы удивитесь, но наш басист Дмитрий Репин, который сейчас не может встать, потому что сломал ногу, он на самом деле гений и мудрец, и тоже поэт. И продолжая поэтическую тему, и сейчас как раз в тему, я тоже прочту стихотворение Дмитрия. На продовольственную тему. Перловая каша, советская каша, полезна и недорога. Погуще насыплю перловых зерен, побольше плесну кипятка. Гремят номерные кастрюли, и баки на плитах бурлят и кипят. Перловую кашу собаки и кошки с большим наслаждением едят. Перловую кашу поели на славу в столовой Санек и Ванек. И полной силы, бодрый браво, трудится из уза станок. Преступники в тюрьмах сидят на парашах и ложками в миске стучат. Перловую кашу, перловую кашу, перловую кашу хотят. В домах, дурдомах, детдомах и больницах перловая каша в обед. Всем, всем здесь меня понимающим лицам я шлю свой перловый привет. И следующая песня как раз «Медлячок». Дамы приглашают кавалеров, кавалеры приглашают дам. Черно-белый танец. Гриша любит грушу снова на сцене. Вы снова куда-то отошли. Подходите ближе. Мы сейчас споем. Я в офисе сижу, и мне так хочется сладкого. Встрагиваю от хруста скрытой шоколадки. И тянется рука, ведомая чем-то в нижнем ящике стола. Притаились печеньки. После шести
каждый раз готов убить себя на месте, но в моей битве с Биг Тейсти побеждает Биг Тейсти. Побеждает Биг Тейсти, побеждает Биг Тейсти, побеждает Биг Тейсти. Побеждает Биг Тейсти, побеждает Биг Тейсти, побеждает Биг Тейсти. Побеждает Биг Тейсти, побеждает Биг Тейсти, побеждает Биг Тейсти. Побеждает. Черный зал я потерял. Абонемент в бассейн, бассейн. Листочек с диетой где-то. Вариантов осталось немного. Иду на йогу. Теперь слежу за фигурой очень строго. Печеньки в столе по возможности стараюсь не трогать. С утра себя пихаю обезжиренный йогурт по совету модного блога. Иду на йогу. Иду на йогу, иду на йогу, иду на йогу. Иду на йогу, иду на йогу, иду на йогу. Иду на йогу, иду на йогу, иду на йогу. Иду. Спасибо. Спасибо. Отличный спасибо. Танец. Отлично. Так было приятно. Я думаю, что в следующий раз, чтобы было красивее, мы напишем вальс, чтобы все вальсировали по кругу. Это будет прямо потрясающе. А следующая песня тоже достаточно универсальная. Она посвящена одной моей подруге, которая, ну, в общем, недавно уже потеряла 6-й, 5-й айфон. Когда выйдет 6-й айфон, мне кажется, что наступит тоже день, и она потеряет 6-й айфон. И так вот ставки растут, количество растут, понимаете, когда был 1-й айфон или 2-й, ну, можно было потерять 1 или 2, но вот когда уже 5-й, нужно 5 подряд потерять. Наверное, такая ситуация, в общем-то, всем приблизительно знакома, поэтому такая история. Без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона. Без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона. Зажигать
Скажи, как нарисовать лицо, удушить бомбилу запахом духов. Больно исколоть плитку тротуара, шпильками неровно шагая по нему. Продираясь в толпе на входе, по дороге зацепиться языками. Потом неожиданно найти себя у бара, с этого момента понеслась. Без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона, без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона. В субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона, без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона. Дежурным кругом обход танцпола, в руке второй или третий лонгадом. Слегка неровно собирая взгляды, пытаюсь тщетно найти свой путь. Чё чуть-чуть, и мы едем дальше, семером влезая в одну машину, куда не знаю, зато со всеми по старой схеме. Без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона, без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона. Предлагает устроить автопати, завалиться случайными друзьями и выпить в ближайшее кафе. Когда приезжаю такси, не помню, помню наизусть свой адрес. Его называю я как заклинание. Без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона, без потери лица и айфона, в субботу с утра оказаться дома. Без потери лица и айфона. Это тоже снова альбом из будущего. Не теряйте свои личные вещи, не оставляйте их в общественном транспорте, таксистам не дарите. И вообще не знаю, куда попадают айфоны потерянные. Наверное, они попадают в рай для айфонов. Ну, о боже. Это звучит цинично, но похоже на то. Рай для айфонов. Рай для айфонов есть. А мы решили... Ребят, вы знаете пикник Афиши? Ну, это такой большой-большой музыкальный крутой фестиваль, где поют разные Бьорки, вот. И туда все модные очень ходят. Вот и мы тоже ходили, хотя мы хотели, конечно, там выступать, но нам пока не дают. И несмотря на то, что у нас даже есть песня про пикник Афиши, вот. Сейчас мы ее споем. Это одна из наших самых старых песен. Очень грустная. Ну да, мы рассчитывали, что мы напишем про них песню, они нас позовут, но это не так. Наш на пикнике афиши, мальчики промокшие в джинсах из топ-шопа, нет над головою крыши. Отдал 700 рублей, а тут такая шопа. Наш на пикнике афиши, бьются капли стекла очков Ray-Ban. Ты далеко и не услышишь, как я скучаю по тебе. Почему
посмотрел я вчера прогноз погоды, и сейчас бы не сидел жертвой моды и природы. С ног на головы трясет толпы москвичей веселых, и Red Label не спасет перелитый в банку колы. Дождь на пикнике афиши, мальчики промокшие в джинсах и стоп-шопа, нет над головой крыши. Отдал 700 рублей, а тут такая шопа. Дождь на пикнике афиши, пьются капли стекла очков Ray-Ban. Ты далеко и не услышишь, как я скучаю по тебе. Спасибо. Видите, у нас живой звук. Все звуки, которые вы слышите, я извлекаю прямо здесь, при вас. Круто, да? Так. Что у нас дальше? Да, второе отделение концерта. На самом деле получилось такое более, наверное, взрослым, осмысленным и даже грустным. И сейчас будет еще одна грустная песня. Можно под нее начать пить горькую, потому что потом будем пить сладкую, ведь сегодня же пятница, наступает пятница, радуется офисный планктон. И неофисный тоже радуется, всякая живая тварь радуется пятнице. Вот что. Сервизы, сервант, кровать, там АБСЭ, мой велик орленок. Ты хочешь теперь на Авито продать, как выцветшие елочные игрушки, шаткие кухонные табуретки, пианино, лирика,
самовывоз, ковер турецкий, персидский, узбекский, синяя лампа для детского носа, пластиковый тетрис с желтыми кнопками, из дерева лыжи, на клипке крепления, лыжная шапка, спортклуб от «Динамо». Плюшевый мишка без глаза, советский конструктор, гуашь рисовать. Все нужно взять, посчитать и сразу можно со скидкой на Авито продать. Как выцветшие елочные игрушки, шаткие кухонные табуретки, пианино, лирика, самовывоз, ковер турецкий, персидский, узбекский, синяя лампа для детского носа, пластиковый тетрис с желтыми кнопками, из дерева лыжи, на клипке крепления, лыжная шапка, спортклуб от «Динамо». Старше меня, все мои залежи на антресолях, пора на Авито продать, обменять. Нести на помойку, сегодня не в моде, на дачу не круто, ты жить оставлять. Когда я сам стану старый негоден, ты сможешь меня на Авито продать. Как выцветшие елочные игрушки, шаткие кухонные табуретки, пианино, лирика, самовывоз, ковер турецкий, персидский, узбекский, синяя лампа для детского носа, пластиковый тетрис с желтыми кнопками, из дерева лыжи, на клипке крепления, лыжная шапка, спортклуб от «Динамо». Спасибо. С вами сегодня и весь вечер. Ребята, мы хотим очень к вам еще приехать. Нам нравится. Спасибо. Поехали. Мартини с шармелькой у нас на закуску. А то все послушают и сразу к выходу. Как ходят на концерты за хитами. Ну, следующую. День начинается очень хитро, у тебя наступает на ногу метро. Утром темно, вечером темно, солнце вижу только через пыльное окно. Я теряю пространство в привычной позе краба, решаю задачи советского масштаба. Сложнее и сложнее контролировать процесс, это вызывает стресс. Я со злодей, я в имя опять не видно лесу. Уныние, апатия, потеря интереса, отсутствие секса, набор лишнего веса, распространенные следствия стресса, острое состояние квартирного вопроса, манипуляции жестокого босса, по сути никакой нормальной еды, летом 3 недели без горячей воды. Чашка эспрессо, желтый
не поможет, если не будет тебя. Всегда везде постоянная спешка, лишняя общество на перемяшку. Очередь в кассе, очередь в банке, охранники с лицом, как будто в танке. Деньги кончаются до зарплаты, карточку съел, терминал оплаты. Ждешь любви, а в нее вселился бес, это вызывает стресс. Волосы пропавшие чужими папиросами, сервисные службы с глупыми вопросами. Ты за рулем, друзья по шофе, отсутствие вытяжки в душных кафе. Солнце фаса дома или сильный, она на том конце не берут мобильный. Фальшивые улыбки стюардесс, это вызывает стресс. Эспрессо, желтая пресса, мое лекарство от стресса. Но не поможет, ничто не поможет, если не будет тебя. Да, ребята бегут в Москву, знаете, в Москве вот никогда ни у кого ни на что нет времени. Пока, Арс, спасибо большое. А мы пойдем петь нашу самую-самую грустную на свете песню. Песня, наверное, наша единственная песня о любви. Или... Ну, шаурма такой любви. Можно опять танцевать. Сейчас постараемся дать Guns N' Roses. Если получится. Не смогу и грустный смайлик, но почему я не понимаю? Снова увидеться мы не можем. Пишешь всегда одно и то же, а я каждый день пишу с надеждой. От вероятность 1%. Ты не молчишь, но как и прежде,
твой грустный смайлик стоит в конце. Ответ на мои смс простые, что отправляю несмело, и ровко твои глаза сверкнут запятыми, губы печально скривятся скобкой. Дела. И грустный смайлик давно поняла, виновата сама я. Вместе с тобой никогда не будем. Это любовь, но из разных судеб я снова пишу. Вот почти не помню черт настоящих в твоем. Снова в ответ не придет ничего мне, и грустный смайлик стоит в конце. В ответ на мои смс простые, что отправляю несмело, и робко твои глаза сверкнут запятыми, губы печально скривятся скобкой. Сейчас будет веселая песня. Она новая, да. Она, правда, посвящена пробкам. Ну, я думаю, что вы поймете. Есть, мы сегодня стояли. Москва, Москва стоит, как всегда, Москва, Москва стоит, как всегда, Москва, Москва стоит, как всегда, Москва, Москва стоит. Москва, Москва стоит, как всегда, 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 Москва, Москва стоит. Starbucks зайду, возьму кофе, имбирный. Поставлю себе в машине подстаканник. Свежий снег присыпает грязь, фонари
отличный способ знакомиться, мелкой аварии. Пока ждем ГИБДД, вместе сходим за чаем. Вконтакте друг друга найдем, не отчаиваемся. Не знаю, а Питер стоит, как всегда? Бывает, да? Окей. Теперь, наверное, песня, которой так и не дождались наши организаторы. Большое им спасибо. Они побежали на поезд, а мы танцуем и поем Мартини с Шармелькой. Давайте, давайте, выходите. Ни Тула, ни Рязань, ни дверь. Москва мне распахнула дверь. Москву, покорять Москву. И здесь я теперь живу. Бухгалтер, но цифры не люблю. Зарплата близка к нулю. Квартира около МКАДа. От жизни ничего не надо. И опять я сижу одна в пустой квартире. Ее аренда отняла у меня цена последней копейки. У меня почти нет еды, но есть мартини. Мартини с Шармелькой. Проходит обычным чередом работа, метро, маршрутка, дом. В субботу одна в кино. Привыкла уже давно. Я знаю, какой-то смысл есть. Останусь, все равно я здесь. В квартире около МКАДа. И никого со мною рядом. И опять я сижу одна в пустой квартире. Ее аренда отняла у меня цена последней копейки. У меня почти нет еды, но есть мартини. Мартини с Шармелькой. Ее аренда отняла у меня за последние копейки. У меня почти нет еды, но есть мартини. Мартини с Шармелькой. Спасибо! С вами были Гриша любит грушу из Москвы. Питер, очень понравилось у вас, классно. Хотим приехать еще, и вы тоже приезжайте к нам. Будете проездом, заходите на «Гриша любит грушу». Спасибо. Мы можем только повторить что-нибудь. А следующую песню выбирает Павел. Паша всегда за «Ягуар». А Митя? Да, Митя тоже сюда за «Ягуар». Поехали! Ладно, споем вам один «Ягуарчик» на удачу, на выходные. И чтобы без потери лица и айфона. Поехали!
можно пить с утра в электричке. Выпив ягодь, ощущаешь прилив бодрости и сил. Энергетик с алкоголем, энергия и драйв. Солнце ярче цвета, да девчонки все твои. На платформу выйди, загляни в киоск. Один ягодь круче, но лучше выпить два. Чтоб залить желудок доброго тепла. Ягодь это круче, чем тролль в Вейхо. Малюба Мегуар. Малюба Мегуар. Малюба Мегуар. Мы любим Ягуар. У палатки грустная девочка стоит. Злая продавщица ей сказала, я нет. Улыбнись и банку из кармана протяни. И скорей на танцы ее с собой зови. Утром мы проснулись, Ягуар с тобой. Банку недопитую в кулачке сожми. Много приключений будет впереди. Ха-ха-ха-ха. Ягуар, что ты самый лучший в мире друг. Малюба Мегуар. Малюба Мегуар. Малюба Мегуар. Мы любим Ягуар. Давай, соляр! С вами на гитаре сегодня Паша Ухер! На басу Митя Репин! Ягодь можно пить с утра в электричке. Ровно полночь ягодь превращается в Red Bull. Энергетик с алкоголем, энергия и драйв. Солнце ярче цвета, да девчонки все твои. На платформу выйди, загляни в киоск. Один ягодь круто, но лучше выпить два. Чтоб залить желудок доброго тепла. Ягодь это круче, чем трофи Фейхуа. Спасибо, спасибо, спасибо клубу Фишфабрик. У вас классно. Ребята, вы клевые. Прям вообще теплые и милые. Спасибо. Старались.